какого-то тяжелого босса. Хоп! Секрет от не обнаружено. Или я не заметил. Исследовать бункер. О, километр. Километровый бункер, найс. Здорово. Это не голова, раз? I've received your message and the data you attached. It looks like you may have discovered something of great value to the EDF. I'm sending some of my men to retrieve the manuscript. I know an expert in Moscow who may be able to translate the Proto-Slavic. Keep digging, and remember, because of the potential sensitivity of this information, the entire operation has been classified top secret. You are to communicate about your findings with no one except myself. Understood? Я под воду спускаться. Блядь. Так быстро бегают. А моментально? Поджарил меня. Победимые. I've received your message and the data you attached. I'm sending some of my people to read the manuscript. I know an expert in Moscow who may be able to translate the Proto-Slavic. Keep digging, and remember, because of the potential sensitivity of this information, the entire operation is being classified. Communicate about your plans with no one except myself. Understood? Да, но она не работает, я так и думал. Почему они не работают, интересно? Помолчи. Они работают. Бред. У меня в жизни произошло знаменательное событие. Я недавно скачал World of Tanks. И теперь я тоже люблю мужиков и имбусь в жопу. Фон. Помолчи. Надо как-то открыть? Была та точка, где 10 ботов убил и одного ранил. Также я его ранил. Пипец просто. Откуда их так много? Два сложных доната. Окей, это сложнее намного. Так, а как сделать все зелеными, я не понял. Непобедимые! В чем здесь прикол? Должен запомнить паттерн. Я не раз видел, окей, как это сказать. Окей, я должен просто запомнить, что за что. Это поворачивает раз, два, три, четыре. Окей, а это что делает? Это поворачивает эти три. Блять. А это? Ага, тут было вообще лучше трогать. Что я тут?
воздушной головоломки. Что это активирует? Вообще ничего. Только это и это. Только это и это. Моих клинков! А это? Рандомно кликать, рано или поздно повезет. Душнина. Это что, на память просто головоломка? У меня с памятью совсем хуёво. Окей, а это? Вот эти. А это? А это какого-то черта эту трогает? Да какого? Это трогает эту. И при этом эту. Да, блять. Это было случайно. О, автоматический дробовик. Секретный еще к тому же. Стоп, а где он? А, спасибо. Блин, заебись, какой у него дэмэдж? 7 на 10. Это как у дефолтного дробовика. 5. Посмотрим. Кстати, тут оружие почти все полезное. Баланс оружия неплохой, в целом. Не следует моих клинков! Сенса то маленькая, то большая, могу понять.
Батя, ну дамажит, тварь ёбаная. Ладно, мэбик, оно и получится. По крайней мере, я не потеряю столько хитпоинтов. Это хуйня. Все-таки сенса слишком как-то быстро. Я уже столько раз фиксил, столько раз непобедимые. О, это арена. Дело я готов. Сделано. Я никогда эти бомбы не вижу. Да, прямо арена. Поехали, чё? Those Russian architects, man. They sure put things in weird places. Давай. Ну. Блядь. Бать! Прям медаль это автоматический дробаш. А себе его не нашел. Найс. Что делать будем?